Графика и гуашь, батик и роспись по стеклу, афорт и гобелен. Всего около 70 работ. К 40-летию творческой деятельности московский художник Ирина Пискарева представила авторскую выставку в Первой Одинцовской библиотеке. Ирина также занимается экспозициями работ всей своей семьи, ведь она принадлежит к третьему поколению художественной династии. Бабушка, дед, мама, сын, сестра двоюродные, все художники. Вот. Но так получилось, что старшее поколение уже ушло, и осталось молодое, но, ну и вот сестра. Но, к сожалению, в общем-то, выставками занимаюсь только я. Пейзаж, натюрморт и архитектура – основные темы в творчестве Ирины Пискаревой. Есть у нее и целые серии, посвященные любимым городам – Санкт-Петербургу, Переславлю-Залесскому, Риге и самому родному и близкому по духу – Парижу. Столицу Франции можно увидеть и в гуашах автора, и в гобеленах. Это еще одна страсть художника. Для меня самый любимый все-таки это, наверное, вот гобелен, ручное ткачество. И я не могу без этого. Вот я всю жизнь этим занимаюсь, несмотря ни на какие там проблемы. Вот несмотря на то, что я преподавала 20 лет, была занята. И все равно гобелен всегда со мной. На каждый гобелен размером 50 на 70 у Ирины уходит полтора месяца. Только посвященных Парижу гобеленов у нее 20. При этом художник не останавливается на достигнутом, она уже приступила к новой работе. При этом к каждому своему творению автор относится двояко, с любовью и неизменной самокритикой. Вообще, говорят, работа должна отстояться. Вот когда ты ее сделал, она должна какое-то время у тебя постоять в мастерской или где-то, потом надо опять на нее посмотреть. Вот, и тогда она уже как бы вот живет с новой какой-то жизнью, и уже вроде как она устоялась, состоялась. Увидеть и оценить мир природы, натюрморта и архитектуры в работах Ирины Пискаревой можно до 27 февраля. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».